Изображать из себя танцующего паука – это не все, на что способно это хитрое устройство. По детскому велению и по их же хотению робот будет выполнять любые команды. Правда, человеческий язык машины не понимают, а потому ребятам нужно не просто собрать своего робота, но и запрограммировать. Составил вроде программу, думаешь, ага, он поедет. Включаешь робота, он начинает ехать и выполняет совсем не то. Ты начинаешь искать, где у тебя ошибка. Тут просто нужно продумывать, какие датчики куда подключаешь. Какое колесо будет работать при таком-то видении датчиком, например, белого или черного. Нужно это продумывать, сидеть. Это трудно очень. Роботы должны суметь пройти по заданной траектории, сбить банки определенного цвета, а другие захватить с собой до финиша и уложиться при этом в считанные минуты. 70 команд в каждой по 2 человека демонстрируют мастерство своих творений на областном молодежном фестивале по робототехнике, а заодно обсуждают, каких еще роботов можно создать для жизни. Когда вот пульт найти не можете, от телевизора там или... Ну вот такая как бы такая идея. Ну, я, конечно, не знаю, как бы он его искал, но идея есть. Какой-нибудь летающий пульт, чтобы ты так пальцами щелкнул, и он к тебе летит. Воплотить в жизнь даже самые невероятные идеи для этих ребят реально, говорят педагоги. Занятие робототехникой – это как вклад в будущее. Дети знакомятся с основами механики, программирования, управления, с достижениями сферы инноваций и высоких технологий. Это очень актуально. То есть здесь, видите, такая мультидисциплинная такая вот область технического творчества. Вот. И, конечно, потом с удовольствием их будет рад видеть любой технический вуз в своих рядах. А в дальнейшем это вот неплохая карьера инженерная. Победители Самарского областного фестиваля поедут в Москву помериться силами со своими сверстниками на российском фестивале «Робофест». Марина Матвеевна, Станислав Левин. События.